У меня есть теория по новому Бэтмену. Она вам, скорее всего, не понравится, но я ее уже придумал, так что погнали. Помните фильм почти 10-летней давности, где у Роуди... Нет, не этого. Вот у этого Роуди и Росомахи пропадают дети. А Мистерио помогает их найти, представляя с Локи. Детектив Локи. И это не говоря о том, что наверняка есть как минимум 13 причин, почему это произошло. Ну и Аннелиза Китинг, возможно, поможет избежать наказания за убийство, если придется. Фух, вот это я понимаю, блять, мультивселенная безумие. Да, это фильм «Пленницы», и аккуратно сейчас будут спойлеры. Помните этого парня? Да-да-да, тот самый странный, замкнутый молодой человек. Он был главным подозреваемым в похищении девочек. Его уже потом похищает Росомаха и пытает, пытаясь добиться местоположения детей. В итоге мы узнаем, что парень и сам был похищен в детстве и пережил серьезную психологическую травму. И вот все это, травма детства и пытки от Росомахи, заложило начало в голове будущего злодея. А вот еще один персонаж. Назовем его Паттинсон на минималках. Он серьезно похож. Его судьба очень сильно схожа с судьбой предыдущего героя. Его тоже похитили в раннем детстве, была сильная травма, перенял привычки и повадки своих похитителей и даже начал подражать им. Он смог сбежать, потому что прошел все лабиринты из книжки похитителей, что и было главным условием попадания на свободу. Но эти же лабиринты не выходят из его головы. Нам не говорят об этом фильме напрямую, но предположим, что эти два бедолаги были даже знакомы. Мало того, что у них одна судьба на двоих, да, и они у одних похитителей как бы жили. Скорее всего, они встречались. И из-за этой схожести судеб, первый начинает чувствовать родство со вторым. А травмы детства и пытки окончательно сломали парнишку, и теперь его голова начала строить зловещий план, ведомый только ему. И все эти лабиринты, засевшие в его голове, начинают обретать какой-то смысл, хоть и зловещий. Блять, да мы наблюдаем становление загадочника. Ну вот, смотрите по порядку. Первое. Все эти схемы и лабиринты, засевшие в голове загадочника, отравляет ему мозг, и потом уже начинает обретать какой-то смысл. Он начинает выпускать их на свободу, как бы осмысливая их, чтобы они имели место в этом мире. И вот он нашел для них объяснение и превращает их в страшный план. Более того, еще сидя в заточении у Росомахи, он начинает формироваться как злодей и начинает говорить загадками. Хватит ребусов, просто скажи. Второе. Очень важная деталь, которую можно упустить. Упоминается в фильме всего два раза, но идеально подчеркивает, почему все именно так. Песенка, которую изначально напевали дети, а потом и сам будущий загадочник. И именно из-за нее его схватили, заточили и пытали. Она стала гимном ошибок и провалов, и ненависти, и насилия, которое происходило с ним. Естественно, въелась к нему в подкорку. Бэтмен засел глубоко в голове загадочника, и естественно, когда он видит его, какие-то две невидимые точки соединяются невидимой нитью в его голове, и он понимает, в какую сторону нужно копать. Когда он дошел до настоящей личности Брюса Уэйна, все снова встало на свои места, ведь он увидел лицо, которое ему до боли знакомо. И здесь третье. Да, Паттинсон на минималках совершил Роскомнадзор еще в «Пленницах». Но, увидев лицо очень сильно похожее на собрата по несчастью, разум загадочника порождает теорию, что тот, скорее всего, просто сбежал. В этот момент для него все снова обретает смысл. И в «Бэтмене» загадочник как бы и говорит напрямую уже Брюсу Уэйну, что они делают одно дело, они почти братья. И он даже сам называет себя возмездием, как себя и зовет Бэтмен. Теперь вы понимаете, что получается, что пленницы в той же вселенной, что и Бэтмен 2022 года. Ну, там, значит, и Джокер Феникса подтянется, и, блядь, кроссовер с Марвел. А это на самом деле не Аннелиза Китинг, а Аманда Уоллер из «Отряда самоубийц». И ее становление тоже можно объяснить. Блядь, жесть.